Доброе время суток! Вы смотрите Helix Time. Тема сегодняшней передачи – инвестиции без риска. А на наши вопросы ответит начальник финансового отдела Галина Януш. Приветствую вас, Галина! Как сегодня можно трактовать понятие «инвестиции без риска»? Можно ли вообще сегодня быть в чем-то уверенным на 100%? Здравствуйте, Руслана. Я хотела бы сказать, что у нас сегодня есть инвестиции без риска. Мы, работая, компания Helix предлагает своим инвесторам, приобретая инвестиционные пакеты, получить гарантированные дивиденды по этим инвестициям. Сегодня может любой человек стать инвестором благодаря Helix. Потому что попасть на сегодняшний день в сектор инвесторов очень сложно. Нужно иметь большие суммы денег. Компания Helix работает, это первая компания, которая работает с физическими лицами как инвестиционная компания. Привлекая инвестиции от физических лиц, компания Helix направляет их и организовывает в те бизнесы, в которые очень тяжело было бы одному человеку инвестировать свои собственные средства. Очень тяжело было бы собрать необходимую сумму для того, чтобы инвестировать. И третье, для того, чтобы одному человеку создать бизнес, ему пришлось бы, не имея стартового капитала, попасть в серьезную кабалу. Да, мы знаем, что у нас ситуация, курс доллара растет, курс доллара вообще то падает, то растет, и человек не может спланировать свой доход. Почему? Потому что, проинвестировав деньги сегодня по курсу, вчера по курсу 8 долларов, сегодня ему нужно будет возвращать эти деньги уже по сегодняшнему курсу, курсу 24, 25 и 26 гривен за доллар. Компания Helix работает с физическими лицами, и работает, так как компания международная, работает в долларовом эквиваленте. И когда человек инвестирует свои средства, независимо, или это 50 долларов, или это 25 тысяч долларов, дивиденды он получает также в долларах. Поэтому я считаю, что это довольно-таки надежная инвестиция и совершенно безрисковая, потому что все риски на себя берет компания. Расскажите, пожалуйста, как можно стать инвестором компании Helix Capital и чем это выгодно? Чтобы стать инвестором компании Helix Capital, ну, во-первых, нужно познакомиться с тем человеком, кто уже знаком с этой компанией. Потому что у нас есть такое понятие, как реферальное вознаграждение, и люди, которые нашу компанию продвигают на сегодняшний день на рынке СНГ, на рынке Евросоюза, вообще продвигают, они получают реферальное вознаграждение. И зайдя на наш сайт, сделав регистрацию, человек должен указать пригласителя. Поэтому у нас идет инвестиция по рекомендации. То есть люди, которые уже поверили, проверили компанию, они рассказывают своим знакомым людям о надежных инвестициях в Helix. Какие инвестиционные пакеты можно приобрести и какие дивиденды могут получить инвесторы? У нас есть 5 видов инвестиционных пакетов. Минимальная инвестиция – это от 5 до 50 долларов. Это такой тестовый пакет, когда человек заходит, покупает такой инвестиционный пакет, и каждый день он видит, как компания начисляет ему 0,6% ежедневно на протяжении 365 дней. Следующий пакет – это пакет Light, который сумма пакета от 50 долларов до 199 долларов и 18% инвестиционный доход по этому пакету. Следующий пакет от 200 до 1499 долларов и доход по этому пакету составляет 19% в месяц. Следующий пакет Large – это пакет от 1500 до 9999 долларов, и доходность этого пакета 20%. И от 10000 до 25000 – это пакет Luxury, и доходность этого пакета 21%. Пакеты, которые свыше 1500, работают в нашей компании для инвесторов 13 месяцев. Дается дополнительный бонусный месяц. Помимо дивидендов, еще какие премии и бонусы могут зарабатывать инвесторы?
Наша компания разработала очень хорошую программу лояльности. И в этой программе люди зарабатывают реферальное вознаграждение, о котором я уже говорила. Привлекая новых инвесторов в нашу компанию, люди зарабатывают реферальное вознаграждение. Это восьмиуровневое вознаграждение с первой линии, когда по вашей рекомендации человек приходит в компанию, доверяет ей свои деньги, вы зарабатываете 5% от этой инвестиции. Во второй линии 3%, и с третьей по восьмую линию зарабатывать 1%. Но это единоразовые такие реферальные вознаграждения. Также компания мотивирует своих партнеров, потому что люди, которые начинают продвигать инвестиции, продвигать нашу компанию, рассказывать о ней, это уже наши партнеры. Не просто инвесторы, а партнеры. Также компания мотивирует своих партнеров и карьерным ростом. И если человек начинает строить карьеру вместе с Helix, он имеет возможность заработать поездку на море за счет Helix, заработать дополнительные премии, создав структуру с инвестициями более 50 тысяч долларов, человек получает единоразовую премию 2000 долларов. Когда у него структура с инвестициями более 100 тысяч долларов, человек зарабатывает такую премию, как 5 тысяч долларов. Когда человек, у человека он поработал со своей структурой, обучал ее, он и структура, сделав оборот в 500 000 долларов, человек получает такую премию, как 20 тысяч долларов. И когда у человека есть структура с инвестициями 1 000 000 долларов и выше, премия, единоразовая премия составляет 50 тысяч долларов. Но чтобы посмотреть, уже компания разработала и дальше нашу карьерную программу. Познакомиться с ней можно на нашем сайте, зайдя на сайт helix.company. Очень хорошо расписано на нашем сайте и карьерный рост, и инвестиционные пакеты, и много новостей. Многое можно увидеть на нашем сайте. Расскажите более детально об уровнях защиты персонального кабинета. Это очень важный вопрос для наших инвесторов и для, в первую очередь, для нашей компании. Наш сайт хорошо защищен. И в принципе, если люди, открывая свой кабинет, регистрируясь в компании, на сайте компании, правильно заполняют все, правильно указывают свою почту, правильно указывают свой кошелек, который, через который они будут обслуживаться в нашей компании, им не о чем бояться. Самое главное, что должны помнить наши инвесторы, это пароль от вашего кабинета, это замок от вашего сейфа в банке. Не относитесь к этому легкомысленно. Почему? Потому что многие ставят очень простые пароли. А компанию уже знают, и, естественно, поживиться могут найтись желающие. Для того, чтобы ваш кабинет, ваши средства были защищены от разного рода мошенников, первое, никому не давайте пароль от вашего кабинета. Второе, создавайте сложный пароль. Моя рекомендация из опыта работы, когда у человека пароль более 12 знаков и состоит из цифр и букв в разном регистре, большие и маленькие буквы, такие кабинеты защищены и надежны. Поймите, это ваши деньги. И защита ваших денег – это не только обязанность компании, но и ваша собственная. Почему? Потому что я говорю, если ты поставил простой пароль, это все равно, что ты открыл в доме дверь и написал плакат над входной дверью: «Заходите, господа воры, деньги лежат в тумбочке направо». Поэтому ставьте хорошие пароли. Галина, дайте совет нашим инвесторам, как можно обезопасить свой личный кабинет от мошенников. На что стоит обращать особое внимание при вводе и выводе средств с личного кабинета? Так как я говорила, я повторюсь по пунктам. Первое. Никому не давать свой пароль от своего кабинета. Второе. Составить очень сложный пароль. Обязательно его записать, потому что мы можем составить сложный пароль, а потом его забыть. Обязательно его записать и сохранить в записях. Третье, когда мы вводим и выводим средства, обязательно перед выводом средств проверить реквизиты, куда вы выводите средства.
потому что могут быть внесены либо случайно, либо вы делали какую-то операцию и не обновили. Может быть внесен кошелек вашего партнера, вашего пригласителя, либо еще какого-нибудь стороннего лица. Поэтому первым делом проверьте реквизиты, на которые вы ставите деньги на вывод. И обязательно проверьте, или правильно введен ваш номер телефона и ваша почта. Это именно те позиции, по которым компания может вас сегодня идентифицировать в нашей системе. В ближайшее будущее планируется ввести верификацию наших аккаунтов. Тогда будет проще, но точно так же точки соприкосновения с нашими клиентами – это телефон, это почта. И мы всегда можем связаться с вами, уточнить, вы ли выводите эти средства, выводите ли вы эти средства. И уточнить, допустим, даже если человек потерял пароль, он получит временный пароль на свою почту. Поэтому всегда ставьте почту, которой вы пользуетесь, доступ, который у вас есть постоянно. Спасибо, что пришли и ответили на все наши вопросы. У нас на эту минуту все. Увидимся очень скоро.